Мелодии аккордеона звучат в праздничный день для женщин, которые вынуждены были покинуть свои дома в Донецкой республике и временно расположиться в Самаре. Праздничный концерт для них стал большой и очень приятной неожиданностью. Спасибо огромное за поздравления. Очень приятно, очень приятно. И за гостеприимство, и за подарки, и за ваше отношение к нам. Спасибо вам огромное. Да. Радовали женщин 8 марта не только музыкальными выступлениями. Каждой подарили также букет цветов и вручили подарок. Такой сюрприз организовали депутаты Самарской думы при помощи областных и городских властей. Сегодняшний праздник – это, наверное, какая-то небольшая отдушина на тот период, чтобы сейчас забыть самые какие-то плохие вещи и просто хорошо провести время, отвлечься от всего. Такую заботу здесь проявляют не только в празднике. В пункте временного размещения всегда есть волонтеры, готовые прийти на помощь по любому вопросу. Гостей снабжают всем необходимым. Мы всячески стараемся помочь им, для того, чтобы люди, пережив страшные моменты своей жизни, понимали, что они кому-то нужны, что о них кто-то готов заботиться, дарить свое тепло, внимание. Мы просто хотим помочь им адаптироваться в этой жизни. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.